Встреча контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины состоится в Минске 30 января. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Белоруссии. В правоте сторонников ДНР и ЛНР убеждены не только в России. В Донбасс едут люди со всех континентов, чтобы помогать ополченцам в борьбе за свою землю. Есть даже граждане Бразилии. Мой основной мотив ⁇ объединиться с народом Донбасса, чтобы помочь в законной войне против фашистского режима Киева. Я вступил в международное объединение. В нем бразильцы, сербы и французы, которые воюют за народ Донбасса. Наша основная задача ⁇ давать инструкции и тренировать необученных.